Друзья мои, самое доброе вам. Вас это субботнее утро. Мы проснулись и собрались по делам, как всегда, в магазин. Надо кое-что сдать в Amazon. Ну, в общем-то, такие домашние дела. Не знаю, получится ли на этой неделе куда поехать нам. Что-то поснимать вам. Ну, пока что только бытовуха. Друзья мои, мы с вами приехали в ваш самый любимый магазин на свете. У Винка Фуд, да? Да. У нас что-то совсем пустенький холодильничек оказался на этой неделе, так что приехали в Винка. Сейчас будем совершать наши недельные покупки с вами. Сразу стоечка уже с... так сказать, сезонными товарами. Видите, памкин везде. Памкин бред, памкин эти. Кстати, Максимке вот эти понравились, Скэри памкин. Я ему в школу по одному клала, у него с дня рождения остались. И он их так неплохо приговорил. Кстати, это картошечка. И она очень популярна. Мне тут написали, что ее можно использовать как панировочные сухари. Я бы не додумалась. Спасибо девушке, которая мне написала. Надо будет попробовать. А нам нужна томатная паста. О, это уже к этому появляется. Это типа подлива. Thanksgiving. На аналог написано турки. Да. Ну, в баночках. Это подливка такая. Картошку, пюрешку поливать. Смотри, пюрешка уже... Ой, пюрешка. Картошка в этих банках. Да. Томатной пасты-то нету. Мы там видели, помню. Ну да, обычно здесь. А это мивина, ребят. Или ролл там. Да. Винишко видел, какой прикольный? Ага. Стелла Труа, да, кстати, что в Америке Стелла Труа неплохое винишко, такое легенькое. Ну, по словам Вики. Самые любимые бананасы, все в такой же цене, 52 цента за ЛБ. Все стабильно, все гениально просто. Сейчас она в каждом доме, в каждой семье. А тыквы, памкин, везде, всех размеров и пошивов. Инструменты, видите, даже эти как для лиц, какие там лица вырезать. И инструмент для этого. Фонарик, наверное, вовнутрь, чтобы светилось, да? Вить, это она на фонарике, чтобы она светилась вовнутрь? Что? Фонарик вовнутрь, чтобы она светилась? Ну, наверное, да. Так что большие и маленькие, от малу до велику. И даже кофе с памкин и корицей. Традиционный хлебушек 38 центов за одну. Виктор Николаевич набирает. Нам вот тут вот они присели на... Не, не на алмаз, вот. На вот этот вот. С малинкой. Вот, конечно, сезонный памкин есть. Вот, продаются. И вот с сыром есть. Но мы тоже сыром не кушали. Но есть вот такой, кстати, сыр, который мы любим с Виткой. Еще вот они, мандаринки им нравятся.
Эти, кстати, тоже вкусные штучки. Можете попробовать. Но вот больше всего Максим и Витя вот эти мандалинки любят. Вот, печеньки. Ну, да, не вкусненькие. А стоят они $5. Кстати, вот тут вот есть у нас бекон. Я его очень редко покупаю. Но сегодня взяла. Ага, вот я даже увидела. У меня просто яблоком, что ли. А, даже с каким-то в Apple Wood это. Щепки, да, ну дерево, деревянных щепках из этого, да, дерево. А, копченое. Apple Wood, как это перевести на русский? Яблочное дерево. Ну, яблочное дерево, ну, не копченое. В том смысле, что дерево, но, а будто это же не, это дерево, ну, из дерева сделано. Копченое на яблочном дереве. Ну, дерево 3 будет, папа. Ну. У меня там на рецептике надо фету, вот, беру маленькую фету, 2,98. А он в рецептах просто, мои. Пошли. Его, говорит, не наелась. Вау, тут какая-то готовая еда, я чуть внимания не обращала. Наггетсы какие-то, курица, пирожки. И какие круги. Это ужас просто. Жах. Пошли, это сейчас пристанем. Хай. Салаты. Мы просто сюда не забредаем обычно. Колбасу мы их не едим. Пошел, пошел, он у нас говядину обычно выбирает. Смотри, кусочек. Мне вообще все равно. 2, 1. А, один бери, у нас есть один. Есть, да? Да, нам хватит. Хозяин. Такой колбаски я раньше не видела, я ее в Костку именно покупала, а сейчас появилась. Это прикольный перекус тоже, классик. Сырок и колбаска там вместе завернуты. Ну, понятно, что это так больше. $4 за это отдавать. Вот. Сырок, смотрите, кубиками тоже уже. Если вам куда-то надо. На деревне, $10 такой. Вот уже. Ну, Максим вообще на сыр не кушает. Он ему не нравится. Только если я куда-то впихну, что он его не заметит. Не знаю, что это. Какая-то, наверное, запеченное какое-то мясо. Вон и соус. 6,18 стоит. В общем, с дырочками. Даже я такого не видела здесь. Вот видите, может такой голландский взять. Так, сейчас мы с вами дойдем. О, смотрите, тут вчера Витька возмущался, что васаби нету. Я вот что-то все хочу, порываюсь попробовать этот соус. И вот что так все хвалят, вот этот вот китайский. Не знаю, стоит ли пробовать. Вау. Я уронила. 2,98, кстати, стоит. Максим попросил Taco Bell купить у нас соус, но я его чуть не вижу. Обычно он тут в соусах. Панды вот сколько хочешь. Кстати, вот это, наверное, терияки. Окей. В общем, то, что я хотела, я не нашла. Но я дошла до томатной пасты. Она тут вся. $3-4. Ой, цента. 74 цента за баночку. Я, кстати, ребят, тут иногда покупаю как бы какие-то вещи. Вот молоточки я тут всегда беру. Вот. Вот. Не знаю, мне надо маленькая сковородка. Я вот в раздумьях взять. Они тут дешевые очень. Ну, неохота никуда ехать. За сковородкой заодно. Не знаю, в раздумье, думаем. Там, блин, ну это не вино, напиток сам, обычно безалкогольный. Наверное, из винограда, да? Да, да, виноград. Он классный. Это мексиканская штука, стоит такая упаковка, не вижу цены. Ну, где-то доллар 4. Я думаю, меньше. Ну, если это 98. А, ну да, ну, да, ну ладно, 4, да. А, ну вон бутылка сам, 98 центов. Что мы сюда забрели? Просто не надо соль. А, тебе надо соль. Ну, тут такой мексиканский отдельчик. Ну, в смысле, вот, ну, это, да. Вот это вот все мексиканская еда. И вон, даже их макарончики, эти все. Просто знаем, что это мексиканские сорта. Вот, кстати, мне надо эти себе взять.
цельнозерновые я беру, вот такие. Ну, это большая, не маленькие нужны. Вот они. Вот такие. В одной штучке тут, по-моему, всего 45 калорий. А, макарошки нам тоже надо. Вот эти вот макарошки. Стоп, одну? Да нет, две, их мало одной. И еще какие-нибудь возьми. Окей. Давай. Ну, давай. Одну, две? Одну хватит. Еще неделю купим. Да, ребята, у нас же, кстати, макароны 98 центов за упаковку. У нас же еще особое отношение к этому всему делу. Вот сейчас возьмем по сольке одну баночку. Что-то особенное отношение. Мы не едим все подряд, понимаете? Макароны должны быть определенные. Я не люблю просто большие макароны. Большие. Я люблю маленькие. Вот да. Такие. Когда вот такая вот макаронина на всю тарелку одна. Да. Все, это не... капец. И вы думаете, что? Он не будет есть. Если вы думаете, голодный сожрет все, нифига. Виктор Николаевич, высказывать вам ничего не будет. Кстати, мы вот эту штуку пробовали. Но есть это не будет. Мы эту штуку пробовали. Вите понравилось, Максим сказал гадость. Понравилось так. Ну, съел. Раз попробовал. Съел, во всяком случае. Вот тоже какие-то, видите, только это из тунца мешанина. А тут острое прям нарисовано. Не похоже на наш пошли. Не похоже, да. Там как будто целые кусочки такие мяса. Как фарш. Как фарш, да. Невоображаемое количество чипсов. И мы с вами плавно поворачиваем к соусам, с которых тоже, кстати, матьмущие. О, кстати, Витя, нам же нам задание дали купить... специи. Тако Белл этот. Вот соль внизу. Соль обычная, да, надо брать? Ну, да, бери любую. Самое простое. Кстати, соль стоит 58 центов за упаковку, но я вот эту кушаю. Ну, это я себе. В смысле, для себя, для еды я с морской солью употребляю. Вот как-то нам, мне стоматолог сказал, лучше всего вот это вот больше мне заходит. Да, CSL. Сейчас найду. И почему? Потому что для десен хорошо. Я не знаю еще как взаимосвязано, но мне правда помогает. Сейчас паприку надо, Витя, найди. Сейчас будем искать. Мы на хлопья подсели в старости. Мне просто завтра вон с этим, с кефиром. Да, еще он извращенец, это с кефиром ест. Family, говорит, нам сайс надо. Потому что еще один маленький мальчик туда заглядывает. А стоит такая упаковка 4 бакса. Что, пошли за водой? А, нам надо, наверное, домой взять воду. Да? Наверное. 2 недели не брать. Жара спала, да? Жара спала, вода так не пьется. Маленькому мальчику Максима будет счастье. А ты все, весь мой томат выпил? Да, вот одна баночка. Так, вот такой беру томат в баночках, очень удобно. 74 доллара за одну баночку. 4 цента, ребят, конечно, цента, не доллара. Мы, кстати, ребят стали покупать вот этот сок. Он с водой, он не такой сладкий, потому что тут очень сладкие соки делают. Вот, я не знаю, что цену не вижу, что он стоит. Ну, бакса 2, наверное, за упаковку, да? Тот 3.10, но я думаю, что это тоже примерно. Ну да. Вот мы вот такой берем, и вот такой. Максим возмущен происходящим, но мы его не слушаем. Вот, мы все равно делаем свое. А вот мои эти появились, да? Как они называются? Хлебцы? Не знаю. Хлебцы. Ну да. О, тут даже гречневые появились. Гречневые? Да. Не было. Я рисовые брала, гречневые появились. Ну я доем то, что дома есть, потом куплю другую. О, у меня? Да. Не, правда? Да. Стакан целый выпила. А что? Там, которая одна там стояла? Да. Ну, а значит, взять не кефир. Я не знала, что твой кефир пить нельзя. Нет, можно его пить, просто не надо. Мне захотелось, я выпила. Докупить. Кефир мой пила. Молилась ли ты на ночь Дездемона за то, что пила мой кефир?
И шучу, конечно, ребят. Пойдем масло с вами возьмем. Мне вот этого фирмы масло нравится, и в особенности вот это. Extra Cream Butter. Sea Salt. Вот. Ну, кстати, вот тут равиольки можно взять. Разных. С копчеными колбасками и сыром равиоли. Вот так вот. Ну, равиоли типа наших пельменей, ребят. Ну, с мясом их, правда, только с курицей можно купить. Конечно, это не наш вкус. Все, идем с вами дальше. Нам туда. Ты сюда зря поехал. Я за маслом сходила. А нам надо сметанку взять. Сметану я беру вот такую. Мне что-то она больше нравится. Вот эту вот я беру лайт. Она такая пожиже, потому что та, конечно, вообще убийственно. Сегодня берем только обычное молоко. Стоит оно 3,48. Яйца, да? Яйца, ну, можно взять одно. Ты уверена? Ну, там две есть, я не знаю, надо нам. Ну, значит, у вас две есть, зачем нам? Так, мороженое не берем? Окей, пошли сюда, нам где-то баночки должны быть. Баночек. На работу тебе банку надо поменять. Ну что, вот такую мы сегодня тележку подгребли. Это все он ест. Много. Что? Много ест в семье. Съедает все запасы. Проглодит. Проглоед. Я шучу, конечно. Она $245. Каждая шутка, мама. Есть доля правды. Ну как не послушай нашего ребенка, то папа все съел. Потому что если не папа. Потому что если не папа, будет виноват, да? В общем, на $245 вышли все наши сегодняшние покупки. Вот такая у нас была с вами прогулка по магазину. Виктор Николаевич тебе уже с Андреем подмахал. Собрался ее пить. Ну и что? Ничего. Виноградный сок, не алкогольный. Констатирую факт. А у нас на улице уже под кофточку, кстати. Жарко. Ну, это ему жарко. Ему всегда жарко. Мне нет. Когда мужчина работает, надо ему не мешать. Все, кати. Все, кати, говорит.